приехал тебя приветствовать сегодня в выпуске. Я расскажу о своем проекте Angel of Good. What my project? Тут тексты все мои в этом альбоме. Альбом Deep New. Подписывайся на мой канал. Смотри, сейчас будет очень интересно. Я привет, Максим Дехов. Максим Дехов желает тебе успехов. Вот он тебя приветствует. Сегодня в выпуске я расскажу о своем проекте Edge of Good One Man Project 1990-й, 2000-й, включительно. О, даже там какой-то американец, блядь, написал обо мне на метал-архивах, что я, типа, не существовал в те годы. Это значит о том, что это какой-то тупой пидор малолетка, блядь. Вот, короче, пошел нахуй. Сегодня расскажу вот об этом альбоме «День гнева». Это переиздание. Немножко другое, по-другому сделано, но... Это самое, да, по-другому сделано, но года я оставил те же, 99-й год. Вот, сейчас я... Это играет песня «Бог». «Гнев Бога» играет, да, по-моему, песня, да. Текст я писал сам. Тексты, кстати, хотел сказать немного о 1666 году. Ну, ладно, нет, то потом скажу, да. Вот. Сейчас вот веду переговоры с Culminus Records для издания новых релизов этого года. Так, вот, сначала давай. Значит, сегодня я написал вот статья. 41 хвилину тому назад. Салют, Metalhead. Сегодня 30 августа, с праздником конец лета, а значит, ярского пекла. Сегодня вмещу ролик, посвященный альбому «День гнева». И сварганил я его в далеком 96-м году. Примечание, да, кстати, на сайте и под роликом опечатка 97-й год. Это касается и всех остальных моих альбомов. Это вот под этим роликом опечатка. Ну и на сайте Depressive Illusion Records там тоже опечатки там, ну, не соответствуют действительности. Вот, я там по ошибке понаписал, блин. Чувак говорит, давайте я издам все твои релизы. Ну, я, блин, не нашел тогда, как это называется, не нашел документов, подтверждающих, когда я что создавал. А сейчас я нашел все это дело, и теперь вот, вот эта дискография верная. Вот. Верить вот этой информации, которая в группе, и вот здесь вот на моем YouTube канале я каждому своему проекту посвятил плейлист. Вот это же угад, вот. Вот, и тут вот то же самое, такая же точная информация. Так. Значит так. Вот как раз да. Вдохновлялся я такими группами, как Ахерон, Алтарь, Аморфис, Бафомет, Бенедикшн, Блашферион, Блад, Брутал Трус, Сенсор, Комикон и, конечно же, Cannibal Corpse. Альбом The Bleeding вообще бомба. Вот. Офигеть. Отечественные группы я тогда... А, тогда были мне недоступны, да. Ну, кроме всяких там Магнитов, Арий, Черных Кофе, там Круизов и всякой остальной туфты, блядь. Вот. Тяжелые группы я наши вообще не знал. Ну, тут ходил там на какие-то концерты. Limited Mutanter, Separation, Сенат Сатаны, Коронатор, Финал, КПП, по-моему, что-то там было. Коллекция, ну, коллекция, это русский рок, я украинский рок, вот, ну, такие тяжелые группы. Тессаракт, я не помню, выступал, не выступал, блин. Ну, то я с ними потом уже сотрудничал, там, репал в 99-2000 году, по-моему. Так, ну, то уже потом. Так, значит, данный релиз включает кавер-песню «Сатана Диспрайт Балл» с альбома «Дисгармония». Я решил ее переиграть по-новому, по-брутальному.
и смог я это полноценно все записать лишь в 99 году. Ну, когда у меня появился Тоскам, вот он, Фотостудия 007, да. Компьютера у меня тогда не было. Компьютер я купил только в 2006 году. Как самое интересное, купил его в тот день, когда Nocturnal Mort у меня загревал Hypocrisy. В Киеве, блин, интересно получилось. И не смог, работы было много, я не смог поехать в Киев, да. Денег было у меня тогда валом тоже, блин. МКС классная компания, платила хорошо, блядь, по 500 баксов в месяц. Вот, так что, так. Вот, значит, ага. В 99 году играл я сам на всех инструментах и сам вокалил. Ах, да, и есть тут одна песня The Fall. Вот она сейчас будет играть. С моего проекта Domination. Я тогда играл сам в начале 90-х и пытался собрать группу. Нашел еще одного гитариста и вокалиста в стиле Napalm Death. Да, был такой чувак. Попал в Valhalla или в ад, не знаю, блин. Кстати, его приглашали в группу Tesseract. Но он отказался почему-то, ну, наверное, бухал, потому что он, кстати, ну, покойника плохо не говорят, ну, короче, блядь, он из-за бухла и сдох, к сожалению, блядь, да. Такой чувак был классный, и бухло его погубило, блядь. Ай, блядь. Вот. Его приглашали в группу Tesseract, да, но он отказался. Вот, как звучит песня тех времен, смотри в сегодняшнем ролике моего метал-шоу. Да, вот, кстати, сейчас я его включу, вот. Это Мак, голос Макса. Макс, его звали Макс. Или это я, блин, я уже не помню. Или это, а, это я был, да. То есть мы тогда вот в две гитары играли, да, вот, кстати. Использовали тогда самодельные электрогитары, акустика с самодельными звукачами. И подключали к мафонам на перегруз. Карпаты, по-моему, и еще что-то там было, я не помню. Какие-то, или, да, или... А, усилитель еще какой-то. А, маяк. У меня маяк был. Я туда на перегруз включал, да. Вот. Этот релиз также продавали на лотках и в киосках фирмы Lira от Sich Records. Напомню, самым ходовым альбомом был «Тысяча одна смерть», а самым мало продаваем «Дисгармония». Ну, после завершения условий договора с вышеозвученной фирмой я ставил на реализацию в магазине «Корона» аудиодиски и кассеты. Там был главный Виталий. Кстати, да, я с ними до сих пор сотрудничаю, ну, в плане покупки каких-то релизов. Свои диски я туда не выставляю сейчас, потому что, ну, может быть, и выставлю. Посмотрим. Сейчас выставляю только то, что у меня там не нужно мне, так сказать. Ну, потом я продавал это также на кассетах и на аудиодисках. Часть тиража подарил своим друзьям, как репрессы. Этот альбом был выпущен в 2017 году на Culminus Records. Вот. Вот, на Culminus Records вот был выпущен он. Тут почему-то указали, что это EP, хотя ему он длится 28 минут 32 секунды. Это полноценный... А, 32 минуты 0,5 секунд, да, вот. Это полноценный брутальный альбом, бля. 6 треков тут сумасшедших, блин, все скоростные. Вот. День гнева... Падение, брутальная война, потерянный рай. Это вот как раз кавер-версия на Сатана Диспарит Бал. День гнева и триумф зла. Тексты все мои. Вот. Тексты посвящены, кстати, я как предвидел, что ли, что будет такая ситуация, как сейчас. И тексты как раз посвящены современным этим самым. Тексты посвящены современным событиям. Вот что сейчас происходит, в принципе. Вот тексты тут, это Макс Рекордс, короче, все тут. А, вот так выглядит обложка. Да, а первопресс был, ну, не такой. Тут была картинка
полностью вот так вот. Это самое, тексты были уже тут отдельно. И еще складывались, по-моему. И тут не было вот логотипа, просто была... Я делал односторонне, потому что двусторонне это очень дорого. И тут была написана копия, номер такая-то, от руки. Тираж был, по-моему, там что-то 15 штук, по-моему, я все делал тогда. Или по 20, короче. А, вот, кстати, в этом альбоме я тоже, кстати, это репресс. И я тут фотку указал 2014 года. Это клип снимался Life Illusion, Hopeless, да. Вот. Это с репетиционной базы. Меня сфоткали. Это самое, да. А, кстати, вот как выглядело, видишь, слышишь, как... Это ж песня, да, то есть без барабана. Мы тогда без барабана играли. И все такое. Вот, значит, эту фотку я взял 2014 года. Может, тут дебил, блядь, американец подумал, что, ну да, что вот. На таких лейблах я не сдавался, я на себе сдать. И я вообще, мне говорят, а что ты нигде не сдаешься? Ну что, я вот этот альбом хотел издать, 1666 год. Потом хотел издать альбом будущий, 1001 смерть, на лейбле Duck Production в 2000 году. Но что-то там не сложилось, что-то там у этого Лычагина не было бабла. И он хотел меня издать в таком же вот, ну, тоже на CDR, как Total Fucking Destruction. Группу типа, блядь. Вот, не на кассете, а на диске что-то там. Можно было бы на кассете издать же. Или я не хотел на кассете. Ну, короче, что я не помню, что там произошло. Вот, короче, я не сдался, да. Ну и продавался как самиздат. На Риане Гапон сказал, что типа это название группы не соответствует его позиции. Хотя тексты, я же говорил уже, что тексты у меня тут не христианские совсем. Тут у меня как бы с насмешкой гнев Бога для Бога избранного народа. Вот. Да. Кстати, вот дальше читаем, что там дальше, да. И перед этим была выпущена кассета в 2017 году на Vibria Chicago Records под каталожным номером выше 440. Вот она. Вот она, вот она, вот она. Ну, тут он написал Black Metal, Pagan Metal, ну, чудо, любитель Black Metal. Но это ж не Black Metal, это Brutal Death Metal у меня. Вот. Вот так выглядит кассета. Ну, наверное, по-другому. Качество, конечно, не такое, как у меня. У меня первый пресс, а это уже репресс 2017 года. Через сколько лет? Оу. Через 18 лет после первого пресса на кассете, вот. Вот. 66 копий. Вот тоже тут написано. 90... А, ну да, тут нормально написано. Демо 95 года, ну, 96-го. Я же говорю, я там перепутал что-то там, понапутал. Ремастер в 99 году, да, это факт. Вот, покупайте кассеты у него, у Сереги Молоха. Так, вот, кстати, да, вот. Этот самый мой... Песня закончилась. А вот она как звучит в 99 году, когда я записал ее. Уже с барабанами, с драм-машиной Олесис. Вот. Вот мой этот самый. Вот тут песня есть. Это заглавная, можешь послушать. Вот она. Кстати, песня эта. Сейчас ее можно и включить. Сейчас мы ее включим. Кстати, эту песню я записывал под воздействием Тарена. Я тогда решил попробовать колеса, блядь. Не знаю, что-то мне кто-то дал. Говорит, на, Макс, говорит, попробуй колеса. Догнаться хотел, что-то, блядь. Я выпил 2 или 3 таблетки Тарена. Сижу с сикой. Сижу такой, блин, сижу. Сижу. Это как раз был какой-то 96-й год, по-моему. Тут три ноты, ну как три ноты и еще добавочные, 6 нот все в этой песне. То есть очень брутальная песня получилась. Сижу такой, помню, сижу, ничего не вставляет. Потом как вставил, блин, аж в глазах потемнело. Я еще тогда читал книжку «Дьявол», ха-ха, Яхана Бабай, блин,
Вот. А потом записал вот эту под воздействием или после вот эту песню безумную. Ну туда он плохо компьютер виснет. Короче, послушать ты можешь по ссылке, которая есть под этим роликом внизу. Вот. Тут я, кстати, выставляю свои кассеты на продажу на Улыксе. Вот. Ненависть 50 гривен. Вот. Стон на пару. Вот. Доминион минувшего века 50 гривен. Что там еще? Из моей. Вот. Хигевальд диск 2019 года 3 еврика. Сумку, кстати, вот продаю. Ну, немножко не в тему. Сумку не нужна. Сумка мне это. Вот. Вот, Incest, час расплаты, Radical Brutal Death Metal. Ну, это немножко другая история, потом расскажу об этом проекте. Вот, Higgy White. Вот, сам Долгий Рудает, Пронапарт. Вот, Энджи, вот, Дисгармония продаю. Все по 50 гривен, да. Вот, Пронапарт. Две кассеты еще по 50 гривен. Диск DJ Колдун, Higgy White, Angels Death Split. 40 гривен всего. Ну, и все. Вот, это мы рассмотрели, да? Так, что дальше там? Да, у меня есть все мои авторские кассеты и диски с этих лейблов. Кое-что было в двух экземплярах, оставил себе по одному, остальные продал и поменялся другими музыкантами на их релизы. Например, этот альбом на аудиодиске я поменял на кассету проекта Бетула Барбатос Продакшн, у самого автора данного проекта. Сегодня представляю допечатку под каталожным номером MR014 на двустороннем цветном принте 2020 года, но лицевая часть релиза почти не изменена. 99 года, ну почти, да. Как и все мои релизы тех времен, ограниченным тиражом 20 экземпляров по 50 гривен за кассету. Цену я снизил в связи с плохим материальным положением из-за кризиса. Покупательская способность сейчас очень низка. Низка по сравнению с предыдущими годами. Мое преимущество, я автор, и мне не нужны накрутки на плату персонала и аренды помещений. Как в магазинах, ну и на сайтах, там же надо за домен платить, за эту самую, ну короче, за рекламу. А пока можешь послушать одну песню с данного релиза под названием «День гнева». Ну вот я приводил эту песню, да. Вот, ну это я записываю сейчас вот 57 хвилин тому, да. Значит, вступаю в эту группу, ссылка под этим видео есть, да. Так, сейчас я отсюда выхожу. Что там, кто там, что там написал, посмотрим, ничего интересного. Вот, короче, да, так вот, да. Вот следующий альбом, я не знаю, 97 года, Deathland. У меня кассет не сохранилось. И дисков не сохранилось. Ну не знаю, что-то посмотрим. Что-то поищу. Может быть, где-то у меня там есть, как его называют. В фотошопе у меня есть этот. Как его там в этом формате, этот. Как он там забыл. Ну, блин. Ну вы поняли. Может быть, распечатаю через недельку, да. Вот, значит, переходим к другим процедурам, скажем так. Вот, кассету мы смотрели. Сейчас покажу вам кое-чего другое. Вот, да, вот так, вот так выглядела Siege Records. Вот. Так я делал, мне Влад рисовал, художник, вот это все. Лейбл мой нарисовал, вот эту картинку. Чудовище, это логотип. Вот это все. Новая харьковская студийная группа Angel of God. Играющий в стиле Industrial, Brutal, Black, Death Metal, ну и так далее. Короче, у меня каждый альбом разные стили, да. Ну, я такой разносторонний. One Man Project. Я, блин, самый первый, можно сказать, наверное, на Украине в 90-м году появился. Вот. А тут обо мне ничего не сказано ни в книге «Между молотом и наковальней», блядь, нихуя, блядь, обо мне не сказано. Потому что, оказывается, Игорь Симоненко
писал свою книжку, ссылаясь на металлархивы. Вот у меня там не было, блин, до 2017 года. Значит, меня никогда не существовало, что ли? Чё? Ты ж у меня дома чай пил, кофе, блин. Я с Миевским, когда кажал, чё ты там меньше было, я сказал, чё. Да, я же, блин, бухать жал тогда блахер. Сичре. Вот. Гатвы я жную поддерживаю, а давай на лято поля. Он, вот, шипля, летел, чтобы, да, пога. Вот, кстати, вот, орехопадение, вот, да. Вот вступление тут, короче, да, тут тексты, весь мир сейчас похож на Голгофу и Содом. Насилие рвется в каждый божий дом. Да, жутко такое, блин, да. Сейчас покажу. Покажу, кстати, вот мои кассеты. Вот мои кассеты, записанные на продажу в этом году. Есть у меня сейчас вот наличие, вот, вот. Ненависть, вот дисгармония, вот 4 штуки. Это 1, 2, 3, 4, это 99 года, по 50 гривен, все, ёптать, покупай, пока есть. Качество записи отличное, кассеты там офигенные, качественные. Вот, Порнопарт, вот НС сейчас расплаты, Доминион, вот, 1001 смерть, вот сейчас у меня в наличии есть. Вот тут вот. А это уже, да, вот это его не хватит. Депрессию. Мой еще, да, Макс Рецку, кстати, да. Вот это что-то он все кого оказался. 100-0, да. И вот сейчас пишу. Вот. Сейчас вот пишу, буду писать еще вот. У меня кассеты же по 20 копий. Вот. Пленочка ТДК. Качественная. Вот. Это самое. Metal Nicoticism, дебютный альбом Порнопарт, да. Вот так выглядело смешно Порнопарт. Вот. Я когда-то, конечно, рисовал, но, честно говоря, да, хотел показать фотки тех времен, да, вот фотки. Я с собакой под мостом. Вот мой песик, блин, джип. Вот я, кстати, в 99 году, около короны там магазина. Ну это я, короче, баловался. Вот, кстати, в 1006 году в альбоме. И в других там тоже, знаете, как его. Дисгармония, то не песня. А не, 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 он сам в дисгармонии. Вместе я написал мне. Вот, на ну, писал стихи. Убрал, он сам это самое. Это я, да, вот. Я у него сухи. Волосы, а длинные, у него длинные волосы, просто хвост. Качество пленки, конечно, не очень, а этот чувак бомжарей стал, панк какой-то, я не помню, куда он делся, блин, по-моему, да, забомжевал. Это вот Ика, это Женя, это я, вот, вот тоже опять вот я, Ика, Женя, это мой дружбан, Женя, вот этот чувак упал в речку, ну, жизненную, это я. Вот это я, Женя, а вот этот чувак, да, куда-то он делся. Ну, это мы, короче, на набережной. Кстати, там сейчас написано «Украина по Надусе» на том берегу, да. Слава Украине, бля. Вот, Женя, я, этот чувак, да. Вот, сейчас песня «Жестокая война» была. Вот этот на кассете и на диске «Дезланд». Эту фотографию я взял кусок, вот. Вот это самое было такое там, потому что... Я и стихи тут Жени надевали. А это, кстати, сам я фот пользовал в этих кадрах. Я вот на дисках. Это и вот ел на кусок. Стрика использовал диска. Вот. Без это я делал бандану. The Side был, футболка Сатирикон. Remezes Divina, офигенный альбом. В последующем я написал альбом Death. Послушал этот Сатирикон. Я Black Metal начал слушать группы Сатирикон, кстати, с этого альбома, да. Ну это потом. Вот, это был 97 год или его. Вот 98 год, да. Ну тут Тика, короче, да, тут тоже такое. Вот она в этом самом. В кожаных штанах, в косухе, блин. Вот она стоит. Вот, кстати, это там, где сейчас Вернадского 1, когда еще дом строился. Вот, ну все, вот это такое, да, лирика пошла.
то уже дальше потом расскажу. Ну, все, чего. Максим Верхов, желаю тебе успехов. Подписывайся на мой каналчик. А, кавер. Тебя ждет куча интересного. Все, пока. Кровавый.